И еще раз здравствуйте, дорогие мои друзья. Продолжаем с вами гонять на машине и давить зомбарей в игре, которая называется «Тачки, оружие и зомби». Ну что ж, посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас ничего нету. Абсолютно все пусто. Так, что у нас в доме? Ага, в доме ни шиша, по-моему, нету. Так, запустили мы процесс 30-минутный для следующего лута. Так, а в баунти? В баунти есть. Есть, ребята, у нас, оказывается. Так, потратили, купили 2 сундучка. Еще можем себе взять. Ну что же, отлично. Теперь надо их только вскрыть. В общей сложности 4 сундука. И у нас здесь бронзовые запчасти. Ага, понятно все. На этом, по-моему, все, ребята. Можно, наверное, в принципе, переходить в историю. Давайте глянем. Да, мы с вами на 10 уровне. Кстати, мы тогда не прошли с вами. Нам немножко чего-то не хватило. А, нам не хватило убить 9 меченых зомбарей. Чем мы, в принципе, сейчас и займемся. Так что подготавливаемся к очередному мясу и поедем. Так, а что-то мне написали. Рекомендуется что-то какое-то обновление. Ладно, неважно. Поехали, братки. Йо-парасоте. Вот-вот меченый. Ну что ж, пока неплохо. Заезжаем в туннель, ребята. Тут очень-очень опасно. Так, иди сюда, гаденыш. Не улизнул. Блин, в бочку врезался. Печаль. Так, ну пока все отлично. Довольно неплохо лежит, гад. Но я его не стал давить, потому что... Ляха-муха, скорость-то какого лешего. Так, вот он, гаденыш стоит. Ну, очень-очень отвратительно, если честно, я проехал. По-моему, если не ошибаюсь, всего 3 меченых замочил. Так, ну здесь мы пропускаем все. И, по-моему, останется 6 нам давануть зомби. Получили ключ, опять эту стрелочку. Нет, ребята, всего 4. Ха-ха, я думал 6. Продолжаем давить гаденышей. Хо-хоу, просто мясо, ребята, мясо. Иначе не скажешь. Черт, мимо проехали. А, нифига тут. Заваруха, ядрить тебя на корень. Да какого лешего-то. Черт, вот эта скорость, блин. Обалдеть нафиг. У меня даже слов просто нет, ребят. Такая, блин, драйвовая игруха. Так, бензин, дайте мне бензина. Отлично. Так, что у меня тут? 12 секунд, каких нафиг 12 секунд? 7 секунд осталось. Давим козлов. Так, ну что, блин, кончается горючка, ребята. Все, приплыли. Но вроде бы всех я задавил. И, по идее, должны пройти. Сейчас глянем. Так, получили мы с вами сундучок. Ну, прошли или нет? Да, ребята, 10-я стадия у нас пройдена. Шикарно, мы получили опять все ключи. И у нас 11-й уровень открыт. Давайте глянем, что у нас тут. 7 километров надо проехать и убить 80 зомбарей. Слушайте, довольно не слабо, я так вам скажу. Что у меня тут по машине? Кстати, машина у меня полностью забацана. Хочу вот эту тачку себе. Ну, хотя бы для начала. Я уж там молчу про рапторы, баги и так далее. Ну что же. Ну-ка посмотрим. Опа-на, у нас здесь небольшой ревард, оказывается, был. Надо было его взять, естественно. Не буду же я дарить все. Так, а здесь у нас 9 золота. Неохота мне это все тратить. Так, здесь тоже не будем ничего делать. Турель. Не, давайте, наверное, все-таки мы с вами... О, челлендж. Да-да-да, ребят, давайте-ка мы с вами погоняем. Я хочу проехать с 3 звездами. Эта идея меня до сих пор не покинула. Ключи у нас все возвратились. Значит, по истечению времени все встает на свои места. Так, поехали. О-о-о, трасса не изменилась. Та же самая. Правда, я ее уже забыл. Но все-таки попробуем проехать, ребят. Главное, полная концентрация. Так, тихо. Отлично, блин, бочки. А, фак, есть. Отлично. Уху, шикандос. Блин. Вау. Пока все пучком, ребята. Трамплин. Да ну нафиг, ну
какого хрена там этот делает автобус прямо перед трамплином? Я об него потерял звезду. Гад, а? Ну что же, мы получили с вами два черепа, ящик и стрелочку. Тоже две. Я не знаю, что такое стрелочки. Ключи-то я понял, это апгрейдить тачку. А вот что за стрелочки? Йоу! Как я подлетел. Правда, никого не задел из зомбарей. Хотя, мне кажется, здесь их давить не актуально. Пройти надо с тремя звездами. Щет, щет, щет. Уху! Вау, да чтоб тебя разорвало на тысячу кусочков, а? Ну какой из меня водитель, а? Ядрить тебя на корень. Слушайте, вот здесь вот, блин, проехал. И даже не помешала мне никакая машина, а? Ну зато там две звезды потерял. Не понос так золотуха, как говорится. Ну я еще раз буду. Я на этот раз потрачу все ключи. Ну должен же мне хоть разочек должно получиться-то, а? Что это за дела-то такие? Я уже вроде эту трассу изучил досконально. Так, тихонько. Воу-воу-воу. Блин, просто я гонщик, блин. Что еще? Ну, здесь, ребят, нечестно. Здесь какой-то лаг был. Вы сами прекрасно все это видели. Готова моя тачка. Водокачка. Не, на самом деле, меня вот этот фриз, который сейчас произошел, честно говоря, сбил с кольи. Ну, я, честно говоря, что... Это виновата уже игра. Что она там глюканула. Так, последняя у меня попытка, ребята. Давайте сконцентрируемся и попробуем проехать на три звезды. Так, 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 так. Тихо, 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 блин. Так, заворачиваем здесь, Да, а, нет, нормально, нормально, нормально. Все пучком, ребята. Ух, тихо, тихо, вот здесь вот, не врезаться. Отлично, ребятушки, все как надо. Сделал просто на пятерочку с тремя звездами. Что мне за это дадут? Ну, что же, дали три черепа, денег и сундук. Я, в принципе, доволен. Ключей у нас больше нету. Челлендж можно покидать. Так, и три ящика надо вскрыть обязательно. Что нам выпадет? Так, стрелочки и ключик. Гаечный. Гаечный ключ это для апа. Для апгрейда, точнее, машины нашей. И у нас с вами открывается 11-я стадия. Так, ну да, 7 километров надо проехать и убить 80 зомбарей. 80 зомбарей, ребята, это очень много, я считаю. Будем пытаться. Так, разогнались. И понеслась, как говорится, душа в рай. Сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Щет. Так, пока пучком. Все, ребята, блин, да что ж такое-то, а? Ну вот никак нельзя проехать, не врезавшись куда-нибудь. Вот эти бочки меня смущают. Оу, блин. Да, да-да-да. Хреновенько. Беги сюда. Бежали бы они на мою машину бы сами, а? Мне было бы так проще. Слушайте, ну я довольно немало подавил зомбарей. Жалко, у меня горючка кончилась. Сейчас нам покажут статистику. Здесь я ничего не буду делать. Пропускаем. Так, и надо еще 7 километров мне проехать, если я не ошибаюсь, да? Сколько я вообще все сделал? Глянем. Так, всего-то 10 зомбарей я убил. Но 5 километров. Так, ребята, я купил себе снаряжение для, как вы поняли, для своей турели. Она мне, как говорится, пойдет сейчас в помощь. Я их буду расстреливать. Ёпрасоты, я не думал, что так все будет. Сапершотер. Ну что ж, ладно. Жалко, у меня кончились боеприпасы. Перезарядка тут очень и очень долгая. Ёлки-палки, а тут-то как? Нифига вы, ребята, сделали. Как проехать-то я должен был? Да, опять все не айс получилось. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тихо ты. Блин, опять начинает фризить, а? Что за хрень? Блин, и все, ребята, и горючка кончилась. Я не понимаю, блин, наверное, у меня там рендеринг стоит. Из-за этого, наверное, подлагивает игруля. Другого оправдания нету. Потому что до этого я играл, таких штук не было.
Так, ну что, 42 зомбаря еще задавить. И 2,3 километра нам проехать. Думаю, должны справиться. Иначе мы с вами профукаем ключи и придется... Тихо. И придется уже встретиться с вами в следующей игре тогда. Так, отлично, отлично, отлично. Шикандос. Вот здесь объезжаем. Оп! Вот так вот надо было. Ну, естественно, ребята, в первый раз едешь на трассе, не знаешь... ух ты, ядрить! Вот здесь я оплошал. Но, как вы понимаете, тут и суждено так было сделано. Так, а чё так быстро-то, больно кончилось у меня бензинчика? Меня так не устраивает, если честно. Ну, сколько я там подбил, сколько я проехал. Показывайте мне статистику, да поскорее. Так, осталось 32 зомби и полкилометра всего проехать. Насчет полкилометра я не сомневаюсь, а вот зомбарей давануть столько — это уже проблема. Ёлки-палки у меня. А нет, нет, все нормально, ребята. Да ну нафиг, ну. Так, миссия выполнена, но это, я так понимаю, в плане километража. А вот насчет зомбарей-то я не уверен, если честно. Будем давить их по максимуму. Так, отлично. Блин, мне впечатление, что она немножко подфрит. Да еще какие-то достижения, нафиг. Итак, игра, он вроде как подлагивает чутка. Да. А они мне тут еще достижениями своими, блин, кормят. Так, давайте глянем. Слушайте, ну там должно уже немножко, немножко, может быть, зомбарей 20, 15. 22. И последний, ребята, ключ. Ёлки-палки, неужели не... Да вы задолбали со своими достижениями, ёпты. Блин. Так, тихо. Отлично. Иди сюда, вот так, отличненько, все хорошо. Пока нормуль давим по максимуму. Блин, врезался, дерьмо собачье. Ладно, она ж меня прям аж будоражит. Игру, блядь. Давай, тихо, давай. Ну уж сейчас-то я столько даванул, ребята. Вот! Вот оно, ребята, миссия выполнена. Сделал я основное задание. Фу, я уже думал, что будет у нас коротенький выпуск. Но нет, ключики-то я получаю все в полном комплекте. 15 штучек. Так, давайте подождем прогрузку. Да, 11-я миссия позади. И у нас открывается 12-я. И тут я смотрю, смотрите, Ревард. Ух ты, Кингсли, будет новая тачка. Опа. Новая мода, турнир. Представляете, открылся турнир у меня какой-то. Хо-хоу, торнамент. Странно, давайте глянем, что это такое. Так, ага, рейтинги. Понятно. Посетите. Ну давай посетим. Так, ключ потратить, да? Ага, у меня 4 ключа таких. Ух, и что же нас ожидает? Не понял. А я тут один буду, что ли, ездить? Я думал, это турнир с игроками. Ладно. Так, едем. Ёлки-палки, ты посмотри тут. Просто место. Так, тихо. Отлично, повернули. Чувак задом ко мне стоял, его разнесло в хлопья. Ёлки-палки, так вы посмотрите тут, нифига тросеночку это они мне дали. Как мне тут выруливать? Давайте вот здесь поедем. Оп-оп, узенько. Отлично, проехали, блин. Даже я не знаю, пока все пучком. Ребят, трамплинчик очередной. Уюху, шикарно. Включилось. Ты куда? Ёпарсуте, блин. Жесть какая-то. Это хорош, ё-моё, да вы посмотрите, что тут происходит. Как я должен здесь выруливать среди вот этих вот, извините меня, приблуд. Я даже не доехал, у меня машина просто взорвалась. Я на 4-м километре развалился в хлам. Вот это жесть. Ага, вот, ребят, смотрите-ка. Вот у нас турнир здесь. На первом месте какой-то там обалдуй. Я на самом последнем пока. Ах, ядрить его на корень. Вот это трасса, ребята. Такой еще я не видел раньше. Давайте попробуем хотя бы до первого. Какого первого? До второго хотя бы добраться места. Так, тихо.
Ё-моё, еще такая скорость, еще не хватало мне вот этой ярости здесь. Для полной кучи. Особенно вот здесь вот, начинается где. Так, отстань от моей машины, урод. Приклеился, а. Так, тихо, бочка, объезжаем. Ё-моё. Так, все, пока потом. Опять какие-то небольшие фризы, ребята, появляются. Они меня нервируют, если честно. Да, надо было, конечно, играть, когда у меня процессор не забит ничем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тихонько. Юху! Черт подери, да я просто не видел, что там находится впереди. Йоу, просто, да вы посмотрите, что тут жесть. Конкретно я просто взорвусь сейчас нафиг, а. Ну, прыгай. И врезаюсь, да? Угу. Моя броня повреждена, и я взорвался еще под конец. Опа-на, ребятушки, я на втором месте и претендую на два слитка. Хм, а если я дойду до первого, что будет? На, достоялась, чу вырва. Давайте продолжим с вами эту гонку. Черт, еще этот песок, буря впереди какая-то, ничего через нее не видно было. Ну, по крайней мере, тут все хорошо. Хорошо хоть вдалеке видно. Более-менее прилично что-то происходит. Оу, щет. Так, нормуль. Ярость, я смотрю, у меня копится. Так, давай. Вот, нет, я думал, это трамплин, а это хрен там. Да цепись от машины от моей, прицепился там гаденыш какой-то. Я даже на него не смотрю. Чисто боковым зрением. Так, тихо, опа-на, ребят, ну здесь вообще уж чересчур все. Слушайте, а тут есть какая-то конечная точка, куда я должен приехать или нифига? На втором месте я до сих пор, так что, ребятушки, ух, драйва я поймал, ё-моё, блин. Аж ручонки трясутся. Так, забираем свой реорд. Ух, так, 10 слитков я получаю, ребят, вы представляете, 10 слитков. И 21 золото у меня уже есть в кармане, это отлично. В общем, мы посмотрели с вами вот этот вот турнир. Мне он понравился. Довольно драйвовый. Так, что такое-то опять вам надо? Ага, это мы уже оружие свое улучшаем. Понятно. Лучше бы вместо этого оружия дали бы мне какой-нибудь новый пулемет, что ли. Или что-нибудь в этом роде. Так, опять надо усилить. Ишь, гады, не пропускают меня дальше, пока я не улучшу свою турель. Так, что здесь у нас? 5 зомбарей нужно убить, ребята. Я так понял, именно из моей турели. Ну, это будет довольно сложно, я считаю. Черт, а у меня что? Блин, а у меня боеприпасов нет с собой, ребята. Вот это я лопухнулся. Ладно, пока подавим, пособираем. Да, ребят, наше задание убить 25 зомбарей. Именно турелью. А у меня, как назло, нет патронов. А почему, интересно, здесь по трассе не валяются боекомплекты, а? Ну, вот. О, бензин, отлично. Это хорошо, так, давайте на трамплин с вами. Уи-хоу, через тачки, все как полагается. Так, тихо, отлично. Давайте, блин, хотел прыгнуть, да не получилось. Да, надо покупать боекомплекты, ребят. Как ни крути, далеко так не уедем. И миссию эту не пройдем. Опять мне дали какой-то ключ, нафиг он нужен, не понимаю. Так, вот, они мне показывают даже. Купите боекомплект. Все, всего на 3 комплекта мне хватило. Да это же очень и очень мало, ребят. Не знаю, как мы тут 25 чувачков подобьем, а. Ёп-моё. Но, по крайней мере, 3 снесли. 4. Ну вот, 3 часа будет сейчас у него перезарядка идти, а. Как же долго, а. Ёлки ты палки, все равно задел, а. Да, нужно именно застрелить. То, что я на них наезжаю, никакого понта не дает. Йо-хоу. Скорость, а, ё-моё. Там чуваки только вверх ногами летят. Так, отлично, ребятушки. Моя пушка снова в деле. Черт подери. Сколько я подбил? Ну-ка, показывайте мне быстрее. Они с каждым разом задание все сложнее и сложнее. Так, 17 осталось, ребят, давайте купим еще. А мы не купим ни хрена, потому что у нас не хватает золота.
Вот это засада. Это подстава даже, а не засада. А, у меня еще комплектик остался. Хорошо, ребят. Это очень хорошо. Сколько, блин? 13 убил, а? В общей сложности 13. А нужно 25. Это еще 12 зомби нужно подбить мне. Хотя, в принципе, так. Так, сундук, отлично. Йоу, вот это классно. Классно, ребята, тихо. Блин, дайте мне ярость схватить. Да что ты будешь делать-то, а? Набежала. Квадрожопые всякие тут. Ну что ж, довольно неплохо. Мне нравится. Так, 150 золотых. Ну что ж, давайте тогда стартанем. Ой, блин, я же забыл купить. Боеприпасы-то, ребята. Ага. И у меня их нету больше. Замечательно просто. Ведь хотел же прикупить. Фак. Тачка горит. Пофиг нам на все. Давай здесь подворачиваем. Отлично. Так, монетки обязательно возьмем, потому что нам покупать еще с вами. Да. Что-то как-то быстро, довольно быстро у меня тачка разлетелась в хлам. Главное не забыть купить боеприпасы. Вот сейчас, потому что сколько у меня там? На один всего лишь. О, и ключики-то кончаются, а, ребят. Поехали. Давай, пуха, бомби. Да, кончился. Какого лешего так быстро заканчивается боеприпас, а? Ладно, монетки обязательно нужно собирать, потому что будем покупать еще один комплект. Так, ящик. Возьмем нафиг. Отлично, смотрите, как я шикарно иду, ребят. Ни одного повреждения, ну накаркал нафиг, а? Ну, началось. Так, отлично. Безумие. Ёлки-палки. Вау, нифига я драйфую тут. Да. Ну что же. Так, я не посмотрел, сколько мне там еще надо подбить зомбарей. Ну, уже не так уж и много, в принципе. Так, ящик дали мне. Ну-ка, что? Да не буду я сейчас голосовать. Так, ребят, осталось 5. Покупаем один комплект. И вся надежда только лишь на то, что мне хватит этого комплекта подбить зомбарей. Так. Ну! Есть, ребятушки! Фу! Теперь можно расслабиться. Как маленький ребенок. Знаете, который в песочнице играет с машинами. То же самое. Так, отлично, давайте вот здесь вот мы попрыгнем. Юху! Да ну нафиг! Оу, тихо, дай! Ага, защиту взяли, успели. Так, все очень и очень быстро происходит. Так, началось вот это вот. Куча машин. Да какого лешего не хватило бензина мне сделать мой, так сказать, козырный прыжок. Ну да и бог с ним. Главное, что мы прошли эту миссию. Мы получаем опять же все полностью ключи. Да, 12-я миссия пройдена. 3 сундучка. Так, нам что-то там открыли. И по идее сейчас должно нам что-то быть доступным. Да, ребята. Ох ты! Новая тачка, Kingsley. И что это такое? И что это такое? Крафт, что ли, какой-то? Или... Нифига они тут набабухали в эту игру. Так, давайте посмотрим. Так, выберите себе новую тачку. Ага, вот они, ребятушки, ключи-то для чего нужны? Чтобы покупать машину. А здесь что такое? Powerful. Не пойму. Что-то делать-то надо. Ну, воткнул я. И через 10 минут, ну, бесплатно. Так, коллекция. Ага, мы сделали один серебряный ключ из 10 бронзовых. Ага. Все, понял я. То есть мы с вами из 10 ключей сделали серебряный и купили Kingsley. Он стоил один серебряный ключик. Вот оно в чем, ребятушки, все было дело. Хе-хе, классно. Ну, единственное, что она у меня не прокачана на данный момент.
Так, что здесь у нас? Бампер. Так, стекло, двери. Ох, ну, оу, неплохо. Довольно неплохо. Ну, естественно, стоит это все тоже недешево. Так, у меня 21 ключ. Ну что же, можно, в принципе, что-то приобрести, по идее, да? Так, 8 стоит, 8 ключей. Так, через 10 минут будет доступно. Хорошо, в принципе, я не возражаю. Расцветочка, блин. Прикольная расцветка тут всякая есть. Так, а это что у нас тут? Колеса, ё-моё, смотрите. Нифига. Отлично просто. Так, а с оружием-то, ребятушки, по-моему, борода. Мне это еще недоступно. Жаль, конечно, жаль. Но зато у меня новая тачка, ребята. И мы ее сейчас будем с вами испытывать. Так. Ух ты, 2000 денег получили. Что тут еще у нас такое? Опа-на, какой-то странный сундучок. Такого я еще не видел. Дайте-ка мне заглянуть в лут. Открываем все. А, ребят, смотрите, это серебряные запчасти. Ага. Это значит, у нас получается, что мы можем себе Кингсли уже апгрейдить. И он будет стоить, наверное, серебряники. Ну, серебряные ключи. Мне почему-то так кажется, я, конечно, в этом не уверен. Ух, так, что, он у нас идет вверху отсчет нашего апгрейда. Но здесь можно вот так вот сделать. Слава богу, здесь нужны медные, как говорится, прибам. А нет, нет, ребята. Наверху за серебряные, а внизу за медные. Угу. Ну что же, давайте испробуем. Гуд. Хорошо. Продолжаем. Подождите. Да, все, продолжаем. Поехали. Так, что тут? 35 меченых зомбарей нужно было убить. Это все, что я успел прочитать. Ну, давайте я вам сейчас скажу свои первые впечатления по этой машине. Так, ребят, по-моему, скорость у нее не особо, но в качестве управления... Слушайте, она довольно неплохо себя ведет на дороге. Причем, мне кажется, она какая-то маленькая, такая миниатюрная, то бишь... может спокойно проезжать в узких местах. Ну, вот мое впечатление сейчас в данный момент именно такое. Да, слушайте, довольно неплохая такая послушная машинка. Хм. Я, в принципе, не жалею, что я ее купил. Вот ее бы еще прокачать. И будет, думаю, вообще айс. Да, бензина, конечно, мне и маловато. Но, тем не менее, вообще проехал на ура. Фух. Ну что же, я уже там молчу про остальные тачки, которые будут. Там, наверное, вообще идеал просто любого гонщика. Так, значит, так, а что такое Rune of Armor Once? Ребят, если кто знает в английском, подскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что я не силен в американском, но а знать хотелось бы, что это означает. Так, отлично. Эть, не успел немножко давануть. Да, тут что-то слишком мало этих меченых, если честно, ребята. Зеленых вот этих зомбарей. Оу, да ну нафиг, черт подери. Не думал я, конечно, что так будет. Ну правильно, как они вот их делают, извините меня. Они ставят туда, куда я не могу заехать. Где справедливость? А здесь я просто уже решил взять сундук. Ну, ярость, отлично. Все, приплыли, блин. Ух, да, довольно быстро в ней кончается бензин. К сожалению, ребят, это, наверное, сейчас единственный минус в этой машине. Ну и по броне, я думаю, тоже она не прокачанная. Так что, да, до хрена. Ладно, будем тратить с вами все ключи в надежде на то, что все-таки выполним мы это задание. Вот так вот, гады, выкусите. Так, отлично. Ага, вижу меченого, вижу, вот он. Оп, его не стало вдруг. Черт, за автобусом там прятался. Да и хрен. Так, 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 черт. Как же ты медленно бежал, зомбарь. Надо было тебе... Вот, 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 отлично, даванул. Ну что же, в этот раз у меня получается получше. Получше, помеченным. Так, мы с вами бонус еще взяли. Блин. 2 километра я все-таки на ней проехал, как ни крути. Это хороший результат. 6 ключей у меня осталось.
Так, отлично, все, получил, что надо. Ёлки ты палки, ребята. Эх, 28 меченых зомбарей. И, как видите, ключиков-то у меня не хватит, по ходу дела, на прохождение этой трассы. Потому что элементарно очень много меченых нужно давануть. Ну, в принципе, это и правильно. Видишь, ты, как говорится, выбежка раскопил, чтобы все было нам здесь легко и просто. Надо и попыхтеть. Отлично. Так, так, здесь все шикарно. Блин, эй! Хотел и давануть, и взять реворд, но не получилось. Здесь не такие дураки. Тут, как говорится, выбирай, либо-либо. Вау! На, козел! Давай следующего. Эй! Очканул, ребята, очканул я. Ну что же, все, по-моему, у нас с ключами борода, да? Мы ничего не сможем сделать, или все-таки нормально? Ну, давай, показывай. Так, ключик заработали. Так, нет, мы еще можем с вами сделать один заезд. Но вот что же это вот последнее? Ехать, броня 1,5 километра, я вот что-то не могу понять, что это такое. Не, можно, конечно, в переводчике все это набрать. Что-то мне так лень, если честно. Более, я уже в игре. Так, 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 иди сюда. Да, ребята, предупреждаю, это у нас последние ключи. Ну, я навряд ли успею, конечно же, такой промежуток времени всех тут раздавить. Тем более машина, вы сами знаете, у меня не проапанная. В ней очень мало горючки. Черт подери, дай-дай-дай, я даванул, отлично. Так. И ярости не хватает совсем маленько, и кончается у меня бензин. Ну что ж, дорогие мои ребята, тогда на этом я буду завершать этот выпуск. Все равно у нас, как говорится, нету больше ключей, и мы с вами увидимся уже в следующей серии. Ну, а насчет перевода вы мне подскажите, если кто знает. Ну все, до скорых встреч, до новых видосиков. Всем пока, ребята.